природоохранной зоне Советского района на территории парка Кандинские озера состоялся субботник. Сотрудники парка при поддержке нефтяников смогли очистить площадь протяженностью 5 гектаров от различных стихийных свалок и вывезли более 20 тонн мусора. Подробности у Елены Шамшаевой. Собирать мелкий мусор в лесной зоне – это отнюдь нелегкий труд, но благородный, считают молодые специалисты территориально-производственного предприятия, пожелавшие стать участниками субботников в природоохранной зоне Советского района. Тяжелая работа уборщика свалок здесь, в парке Кандинские озера, только вдохновляет, признаются ребята. Приехала сюда впервые. Здесь очень красивые пейзажи, очень красивые леса. И не хотелось бы, чтобы такие места были загрязнены какими-то вот бытовыми отходами, мусором. Поэтому я люблю такие мероприятия, посвященные уборке вот каких-то природных территорий. И я сразу же согласилась. Кучи мусора разгребают вручную, но есть и большие свалки, на ликвидацию которых нужна техника. Ее уже традиционно предоставляют уральские нефтяники. Предоставили самосвал для вывоза мусора, погрузчик для погрузки, фискерс для погрузки металлоконструкции, вот был битый автомобиль, ну и в принципе персонал. Мы совместно наводим порядок и оставляем за собой чистоту. Такие совместные акции необходимы. Сотрудники парка на территории обнаруживают новые свалки, создают которые сами жители Советского района. Мы своими силами убирали, по мере возможности проводили всякие различные субботники. Вот. Ну, все это ж накапливается, как бы помогает, хорошо способствует. Вот техника помогает. За несколько часов работы очищена территория в 5 гектаров. Из лесного массива вывезено более 20 тонн различного мусора. Восточная часть природного парка приобрела свой первозданный вид.